ГТРК «Самара» совместно с Росфондом продолжает рассказывать о детях, которым так нужна поддержка неравнодушных земляков. На этот раз помощь необходима 4-летнему Олегу из Октябрьска. У него непростой диагноз – врожденная двухсторонняя косолапость и артрогриппоз. Как помочь мальчику, расскажут наши корреспонденты. Маленький Олег – настоящий непоседа. Ни секунды не может усидеть на месте. Бегает, прыгает и, как и любой мальчишка, конечно, хулиганит. Что в садике делаешь? Дерёмся, как всегда. На первый взгляд даже и не скажешь, что у ребенка серьезное заболевание. Сынишка у меня родился изначально с артрогриппозом. На УЗИ этого не видно было. Ну, по крайней мере, мне об этом не сказали. И когда мой сын родился, то есть и мне его показали, то есть сразу вот прям после кесарева, там было видно, там очень сильная деформация стоп. Первую операцию Олег перенес уже в 2 месяца. А в 8, когда все детишки начинали учиться ходить, он лежал в гипсе и был обездвижен. Пойти получилось только в 2 года. Сейчас малышу всего 4, а он уже перенес десяток гипсований и несколько сложнейших операций. Был применен аппарат Элизарова, то есть на спице наживляли вот косточки его и то есть немножко корректировали, подворачивали болтики и то есть немножко стопку корректировали. Сейчас ему необходима еще одна. На дорогостоящее лечение требуется около 500 тысяч рублей. Своими силами собрать такую сумму родители Олега не могут. Семья просит помощи у неравнодушных земляков. Врачи планируют многоэтапное, консервативное и оперативное лечение обеих стоп ребенка. Лечебный курс расписан не менее чем на год. После него, надеемся, Олег начнет твердо стоять на ногах и сможет жить полноценной жизнью. Мама Олега надеется, что исправить стопу удастся до школы. Помочь мальчику поскорее вылечиться может каждый. Для этого достаточно отправить СМС со словом «дети» на короткий номер 5542. Стоимость одного сообщения – 75 рублей. Анастасия Сычева, Сергей Анненков. Вести, Самара, из Октябрьска.